Сука, добейте одну метку, блядь, а не четыре. Ставьте рыбу. И дайте бафы. Каску дайте паладину. Дайте каску. Я всем дал каски, сука, кому там чего не хватает, блядь. Нам не прод, это точно туда. Паладин, вместо креста на себя бафайте каску, там от креста вам профита ноль. Здесь нету боссов, на которых сольетесь по мане, блядь. До леча этот крест вам бесполезен, хулипалу. Не знаю, я могу сесть по мане, так что я себе бафну крест. Да, точечно башню каску. Это было неразумное решение. Я голодна. Какая жалость. Как вам такое? Хилы, станьте как-то в центре. Такое.
Бля, было бы заебцать, если бы сейчас упал щит, правда, пацаны? РДД шею упадет. Или инвестка. Инвестка. Шея упадет. РДД шея, либо инвестка. Пучина. Обычную печеньку отдай мне сразу. На тебе, сука, есть каска, 24 минуты, что ты мне пишешь, блядь? Так есть на паладине каска. Выманите их сюда, и мы вам поможем. Блядь, на нем есть силовая каска, там, блядь, агилу, то, что ему не бафает, блядь. А так все ему бафает. Ну когда танки и хилы придут, тогда можно. Ну все. Короче, вот там кто сдохнет, блядь, я их не буду ребафать, они не заебали. На каждом трэше одно и то же. Да, ассист. Какой феерический финал! Thank you.
он долбил АОЕ, короче, его убил мелкий трэш этот призванный. Просто уже доебался их ребафать, воин нахуй. Слышите, не долбите сейчас, а то сейчас сдохнете. Подождите пару секунд. Чё, я набрал огонь, блядь. Глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы серебряного авангарда. Да. И служите королю. Я отвлеку ее на себя. Верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней. Нападай, гроза плети. Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом. Ой, это еще. А чей это твинк, вот этот трохлень?
Уничтожьте зеленого дракона. Пусть останутся лишь кости и прах для воскрешения. Герои, вы должны мне помочь. Мои силы на исходе. Залечите мои раны. А на ком метка? Морда. Морды. Я пока не могу прочитать. Надо подождать. Заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. У морды. Это мой косяк, короче, в отец, слышишь? Бэр, ничего, блядь. Славик, сделай потом нарезку из этого, где она говорит у морды. ДК хильт. ДК хильт. Уже по 20, куда меньше. Давайте еще одни. Давайте где-нибудь. Может быть. Ну давайте рост. Я
получилось! Молодцы, хвалю, блядь. Слышишь, вот. Я, короче, отвалю до Синдры, хорошо, на Синдру я приду. О, стой, стой, стой. Паролим шмотки, а тогда я отвалю. Токи нам засунку, чисто печеньку и все. Да, подбегай. Рабочий день.
Ну, тотем уберите, пет уберите, бекат вы пет. Меня хорошенько хильте, я без фрост-резиста. Каля, в прошлый раз ты меня отхилила, думаю, на этот раз отхилишь тоже. Я знаю, у меня отец увлекает бухой, чем еблищ уже разобью, пардон. Не БРТ пока что. Принял, увлекает. Кажется, можно без подробностей было. Да он не натурал, он распомнился так. Вы чувствуете, как ледяная ладонь трепещите, смертные, ибо ваша шалкая... Ребят, пора меня тут вообще дома пиздец творит. Не бверьте пока что, ладно? Все, спасибо.
ВДК метка, в центре встал. Да. Поздно бегай. Это краля дашь ДК Freedom, а то я на себя кину. Ладно. На мне было сейчас. Всех освободил. Бабла нет. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь... Я дал факту. 56 000. Могу встать, если СС не было. Танка второго не вывернули. Кануб хвостом улетел, не знаю куда. У БДК, не знаю, столько 8 лет нам было. Дайте КГП танку. У меня еще на губу долбоёб нахуй, ГП нахуй, я предупредил, нет, просто резиста. Я отбегал от дыхания, чтобы не убило, блядь. Потому что ты был... заморозился в спине, во-первых, вторая метка, согласись, да, твоя была. Потом тебя хвостом откинул, ты далеко отлетел. Все да, это время потом... БДК танчик. Потому что было 23% ХП, я от дыхания убежал под метку, блядь. У меня выбора не было, иначе меня дыханием сбрило. Дыхание бьет вперед конусом, бля, я не успевал забежать в сторону, у меня был свал только забежать вперед, иначе бы я упал, блядь, если ты не вкуриваешь. Потом меня приморозило. Ты мог забежать за метку, ты мог, но ты убежал к хвосту, это твой косяк. Так, сука, я не забежал за метку, меня приморозило, я, дебил, я сейчас, блядь, нормально говорю, понял? Да не говори мне вообще, бля, если ты не видел ситуации, то, бля, не рассказывай мне здесь хуйню, бля.
Вон, напиши, вон носок, он играет. Ну, не знаю, сейчас будет играть, не будет. Все, сорян, я здесь. Да, все, извините. Дальнура бери, он шипашка пойдет. Хорошо, просто зачем, если не видел ситуации, как это случилось? Сейчас рыбу поймем, даже секунду. Слава. А посмотри этот просто резист у всех. 260. Ну, высокая устойчивость. Багнулся мастер аур, а аура дает всего лишь 130. У нас два раза положенного. Или хер, чем будет сейчас. Глупцы! Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души! Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти? Шрепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия здесь ваше вторжение и окончится! Никто не уцелеет! Кого поймаешь? Дарю гимн на ХП. Ну я сказал в РК, я писал в чат, что БДК выбег. Сейчас умрет. Ну, ой, ты не дал команды, блядь. Я не знал. Не видел там за. Я лежу в центре. Беги, малышка, беги! Вы чувствуете, как... Я в центре. Хорошо, подойдите кто-нибудь. Значит, он драм. Peace.
Дайте каску на престол. Монорек. БДК в глубе. Два там. Только Локи, Шипе и Ханты, все, это все, кто падал. Беги, малышка, беги! ДК, я тебе просто тяги поменяю. Трепещите, смертные, ибо ваша шарфа... Сам тебе как... Попал, меняй БДК. Танк. Я вижу. Не надо часы Маригаса, блядь. Не пугай меня. На офспик давай. А, блин, ты это мне думал.
да, пока катушки нет. Ну да, у меня все четко. Смотри, вывел. Я без мышки, поэтому я стану только печеньку, короче. На всех вальках. Да я же станила. Ничего. Неужели прибыли, наконец, хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордрик? Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь, за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь эти мучения сам и будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых, Надежда. Дай. У Анаги 2 минуты. Охуеть. Шаркани не убил. Ну потому что он его ударил. Он на него кинул доту, либо ударил его чем-то. Блин, зачем ты бил Шаркаря? Вопрос к тебе. А что, нельзя? Ну а зачем ты его бил, когда надо, блядь, точечно долбить в босса, блядь? Хорошо, у меня слетел таргет, и я повесил доту на Шаркаря. Это критично для
Да, потому ну, блин, что у него там динамика выдачная. Хорошо, я не вешаю. У меня просто, слетел... Просто к слову, в прошлый раз, когда я вешал доты на шаркаря, мне дали 500 ГП за это. Окей, тебе дали ГП, у меня слетел таргет. Шаркарь пошел сначала на протопала, потом пошел на меня. Хорошо, он у меня слетел, я нажал доту, поменял быстро на лича. Это дальше я что? Работаю. Я не смогу очистить, не смогу диспелить свою доту с него. Ой, за что мне сейчас ГП? Давай убирай, это виноват протопал, а не я. Это виноват Шаркарь, который, блядь, дотает Шаркарей. Слава, еще раз говорю, у меня он пошел не сразу на меня, у меня сбился таргет и все, и моей вины здесь почти нету. А если протопал Каноп играет без мышки, это его проблемы. Это проблема приста, который не может бить точечно босса, когда надо бить точечно одну цель, блядь. Вот и все. Я еще раз повторяю, да, ты не повторяй. У меня слетел. Ты неправильно делал. И дай ГП всем, кто флудит. Ваня, Каноп, кидай на себя щиток, либо пусть ретри какой-то на тебя кидает. Не слышно, да? У нас Вар в Даларане. Который вот ливнул. Нет никого в Даларане. Никаких Варов. Ну, он царил только что группу покинул. Вот он и был в Даларане. На Сову здесь. На кого ему заходить? На СКА он может в Ампер сами зайти. Ну, у него ШП там был, маг был, убийство. Сейчас зайдет. Он сатара рэпер. Ну, правда, он на престе сейчас.
дать каску, даруем тебе быструю смерть, Артас. Чёрт, надо кто-то. Чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ? Я воркаю, слышу. Ты пройдёшь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. Мили. Потому что 5 хилов, почему? Мне короче вот завис. Да, но у меня пинг пиздец, короче. Thank you.
Малышка, беги! Малышка, беги! После второй вальки осквернения. Не будет в кружок станы. Вот, короче, пока протопал улетел. Я проморожу вас насквозь, и вы разлетитесь на ледяные осколки. Откуда ждать? За агро следите хантанье от один рога ероги. Нету, нету роги. На платформе ноги. Есть бы